Так выглядело детское отделение Комарческой районной больницы в конце прошлого лета. Лечить маленьких пациентов в таких условиях было просто невозможно. Распоряжение главы региона Николая Денина о проведении капитального ремонта выполнено. Сегодня отделение выглядит как новое и готово принять больше 20 пациентов. Все палаты хорошо оборудованы, дети чувствуют себя достаточно комфортно. Представители областной и районной власти приехали не с пустыми руками. Теперь в отделении будет новый телевизор и необходимая бытовая техника. Следующим этапом повышения качества медицинского обслуживания в районе станет ремонт хирургического отделения. Развитие промышленности и увеличение налоговых поступлений – вот решение многих социальных вопросов района, подчеркнул губернатор. Большие надежды возлагаются на Лопандинский завод. Модернизация единственного в Брянской области сахарного завода даст возможность повысить эффективность производства. На сегодня главная задача для предприятия – увеличение пашни, в чем необходима поддержка областной власти. Приглашали главы Севского района и Брасовского района, чтобы по логистике поближе было. Транспортная доступность при производстве сырья. Я думаю, что вот эти договоренности с одной и с другой стороны мы будем соблюдать для того, чтобы предприятие работало. И договорились, что и на предприятии надо увеличивать заработную плату. Будет оказана помощь и в модернизации производства. Внедрение нового энергосберегающего оборудования позволит обеспечить снижение потерь сахара в процессе производства, повысить качество и снизить расходы электроэнергии. Очень ждем расширение посевных площадей для хотя бы 3-4-летнего севооборота, чтобы свекла была здоровая, чтобы сахара в ней было больше. И, конечно, ждем поддержки в виде выделения финансовых, в виде реконструкции. В ходе посещения Комарческой первой школы представители областной власти обсудили проблему кадров, которая не обошла стороной это учебное заведение. Школа крайне нуждается в молодых учителях. Глава региона подчеркнул, что необходимо заключать договор с выпускниками и самим растить себе кадры. Только такой подход к проблеме поможет справиться с нехваткой педагогов в образовательном учреждении. Екатерина Зойдина, Ярослав Кулаков. События. Комарческий район.